Три новых операционных блока появилось в городской клинической больнице номер 2. Их оборудовали самой современной техникой, в том числе отечественного производства, которая позволит врачам существенно экономить время, а значит проводить больше хирургических вмешательств. Там уже провели первые операции. Впечатления врачей выслушала Анастасия Ваганова. Вторая клиническая больница – одна из старейших в городе. Со временем здесь устарели и операционные, а это сердце любой клиники. Реанимировали сразу три блока, всего за три месяца, не закрывая больницу. Несмотря на все сложности, о которых мы говорим, мы сегодня в больницу скорой помощи привели высокие технологии. То, о чем говорю, наверное, много специфических ответов, да, но суть решения вопроса одна. Уменьшение операционного дня, уменьшение осложнений, и все это, безусловно, стоит серьезных вложений. Обновление больница провела своими силами. Операционные оснастили по современным стандартам, все оборудование новое. Причем есть и отечественная техника. По функционалу нисколько не уступает. Мы сегодня уже поработали и понимаем импортным аналогом. Новое оборудование позволит большинство операций проводить лапароскопически, а значит без кровопотери и с коротким периодом восстановления. Мы можем останавливать кровотечение без операции при язвенных кровотечениях, при кровотечениях любой другой локализации с помощью гастроскопии, ну вот ФГС, который знают все. И сейчас 80-85% пациентов, поступивших с желудочно-кишечным кровотечением, у нас не оперируются, проводятся малоинвазивные методики. Операции будут делать еще оперативнее, значит вырастет пропускная способность блоков. Новое оборудование позволит врачам экономить время, к тому же в них удобнее работать. Нету проводов. Вот заходит хирург и спотыкается о провод, да, в первую очередь, потому что мешается. Тут этого нет. Заходишь свободно, у тебя помещение, оно не увеличилось в объеме, но зато все приспособлено к тому, чтобы свободно бригада работала. На этом обновление здесь не закончится. В планах больницы отремонтировать два оставшихся операционных блока. Анастасия Ваганова, Олег Макаров, Новосибирские новости.